Всем привет, друзья! Меня зовут Никита, и сегодня я хочу предложить вам уникальную возможность прокатиться по самому живописному трамвайному маршруту Санкт-Петербурга за номером 3 и насладиться видами северной столицы. За свою историю маршрут тройки претерпел множество изменений и целых 7 раз закрывался. Последнее закрытие было произведено в 2007 году, но спустя 6 лет, 1 марта 2013, по этому маршруту вновь побежали трамваи. Однако маршрут был коротким, имел протяженность всего 2 с небольшим километра и соединял площадь Репина с Сенной площадью. Таким же, каким мы видим его сейчас, он стал 1 октября 2016 и полностью повторил трассу образца 2003 года. Многие считают тройку самым красивым маршрутом Санкт-Петербурга, и я полностью присоединяюсь к этому мнению. Даже сам Горэлектротранс называет маршрут видовым. И сейчас я вам это докажу. Для этого просто нужно сесть в трамвай и прокатиться от конечной до конечной, к чему я и призываю всех, кто окажется в Петербурге. Но если такой возможности нет, то не спешите расстраиваться и смотрите дальше. Поездку начнем от конечной остановки площадь Репина. До революции она носила название Калинкинская в честь располагавшейся рядом деревни. В 1952 году площадь была переименована в честь жившего здесь художника Ильи Ефимовича Репина. Сейчас площадь является важнейшим объектом транспортной инфраструктуры, ведь именно сюда приезжают по утрам и уезжают вечером работники расположившихся неподалеку Адмиралтейских верфей, одного из старейших судостроительных предприятий России. Ну вот, наш вагон прибывает на свою конечную или начальную, смотря как посмотреть, остановку, и можно занимать место поудобнее. Поездка начинается. С площади вагон выезжает на набережную реки Фонтанки, а далее и на Садовую улицу, и следует по ней. Не успев проехать и 5 минут в вагоне, уже попадаем на интересную достопримечательность – площадь Тургенева. Первоначально площадь называлась Успенской, но с 1822 года стала именоваться Покровской, по названию появившейся на ней Покровской церкви. В 1923 году площадь была переименована в честь Ивана Сергеевича Тургенева. В 1909 году были проложены трамвайные пути, которые раздваиваются, обходя сквер. Двигаемся дальше по Садовой и приближаемся к Николо-Богоявленскому морскому собору и знаменитому Семимостью. Это точка на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова, из которой можно увидеть сразу 7 мостов. Едем дальше и подъезжаем к Сенной площади. Здесь же расположена и первая станция метро на нашем пути. Если быть точнее, то целых 3. Сенная площадь, Садовая и Спасская. С 2013 по 2016 год маршрут доходил лишь до сюда, но сейчас на дворе 2018, поэтому мы едем дальше. И приезжаем к двум следующим станциям метро – Невский проспект и Гостиный двор. Вестибюль станции находится прямо в здании Большого гостиного двора. Он является памятником истории и архитектуры 18 века. Здание гостиного двора находится под охраной ЮНЕСКО и входит в состав исторического центра Санкт-Петербурга, а площадь всего комплекса зданий универмага – 78 тысяч квадратных метров. Пересекаем Невский проспект и следуем далее по Садовой улице. Проезжаем мимо Михайловского сада и Михайловского или Инженерного замка, в котором в результате заговора был убит император Павел I. Далее переезжаем через Мойку и слева уже Марсово поле, место, изначально предназначенное для смотра войск, а позже превращенное в мемориал с первым в России вечным огнем.
Справа же знаменитый летний сад, созданный по приказу Петра I. Далее через Троицкий мост попадаем на Петроградскую сторону. С моста открывается замечательный вид на Петропавловскую крепость, основанную Петром I в 1703 году. Доминанта архитектурного ансамбля – Петропавловский собор, в котором находятся мемориальные гробницы всех российских императоров и императриц от Петра I до Николая II, за исключением Петра II и Ивана VI. Ну а тем временем наша тройка заворачивает уже на улицу Куйбышева и следует по ней до Самсоньевского моста. С него хорошо просматривается еще одна знаменитая петербургская достопримечательность – крейсер «Аврора». Крейсер активно проявил себя в боевых действиях во время Первой мировой войны и в революционных событиях 1917 года. Тогда, 25 октября 1917, холостой выстрел корабля послужил сигналом к захвату Зимнего дворца. Сейчас в нем находится филиал Центрального военно-морского музея. Проехав по Финляндскому и Большому Самсоньевскому проспектам, трамвай заворачивает сначала на Боткинскую улицу, а далее и на улицу Академика Лебедева и следует вдоль Военно-медицинской академии имени Кирова, в стенах которой трудились самые известные ученые, с именами которых связана целая эпоха в истории развития медицины. Далее наш трамвай заворачивает на улицу Комсомола и прибывает на свою конечную остановку, но она же является начальной, так что можно продолжить движение, и пока трамвай делает круг, можно полюбоваться еще двумя интересными местами – площадью Ленина и Финляндским вокзалом. В 18 веке площадь носила название «Волчье поле» и служила местом для выгона скота, затем использовалась как городская свалка. Позже здесь разместился военный лагерь и полигон. С 1910 года площадь носила название Финляндского вокзала, а в апреле 1924 была переименована в площадь Товарища Ленина. Свое нынешнее название получила в конце 1920-х годов. В ноябре 1926 на площади был установлен памятник Ленину. Здание же Финляндского вокзала было построено в 1870 году. Сегодня это один из пяти действующих вокзалов Санкт-Петербурга. На перроне вокзала в стеклянном павильоне установлен паровоз Н2 за номером 293, доставивший Ленина в Россию в октябре 1917. А еще в левом крыле вокзала находится наземный вестибюль станции метро «Площадь Ленина». И это последняя станция метро на нашем пути. Ну все, путешествие закончено. Трамвай снова выезжает на Боткинскую улицу и следует в обратном направлении. Кстати, вы наверняка заметили, что на протяжении всего видео погода меняется целых 3 раза. То пасмурно, то солнце выглянет, то опять пасмурно. Ох уж этот Питер. А на этом все. Огромное спасибо за просмотр. Оценивайте, подписывайтесь и до новых встреч. Пока!